Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 87, задание внизу страницы. В этом задании мы должны найти длину стороны квадрата, периметр которого равен 432 мм. Периметр – это сумма длин сторон, у квадрата их 4. И причем эти стороны у квадрата одинаковые. Поэтому, чтобы узнать длину одной стороны квадрата, нужно разделить периметр на 4. То есть мы 432 делим на 4. 432 мм мы представим в виде следующей суммы – 400 и 32. 400 делим на 4 получается 100, и 32 делим на 4 получается 8. 108 мм. В одном сантиметре 10 миллиметров. Поэтому, чтобы узнать, сколько миллиметров, мы отделим одну последнюю цифру. И у нас получится 10 сантиметров, 8 миллиметров длина стороны квадрата. Можем записать ответ. Ответ. 10 сантиметров, 8 миллиметров длина стороны квадрата. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.